Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту». В студии Милюша Замалиева. Милюша Замалиева, заместитель начальника отдела организации надзора, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Как необходимо подготовить детей к проведению профилактических прививок? Специальной подготовки к прививкам не существует. Нужно оберегать ребенка от контакта с инфекционными больными. Детям с пищевой аллергией необходимо строго соблюдать диету. Не следует включать в питание ребенка новые пищевые продукты. В это же время ребенка следует предохранять как от переохлаждения, так и от перегревания. В целом прививки проводятся здоровым детям. Однако, часто болеющих детей необходимо прививать в первую очередь, так как такие дети наиболее подвержены инфекциям, которые могут протекать в тяжелой форме. Вакцинацию не проводят в период обострения заболевания. В день прививки врач осматривает ребенка. Ему измеряется температура.